Здравствуйте, 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 дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня хочу я вам сказать про одного канала, который, в общем, я думаю, будете в шоке, сколько это зарабатывает этот канал, YouTube канал. Вот. YouTube канал WWE. Вот. Просто хочу вас как бы, ну, удивить. WWE канал 70 миллионов и вот 9 какие-то там чикал подписчиков. Дата регистрации 11 мая 2007 года. Просмотров этого видео на этом канале, в общем, 52 тикардангардис, вот столько. Это что? Это получается очень мало, нет? Или да? В общем, в этом канале, короче, этот канал известен своими как бы армрестлинговыми видео. Это американский армшоу. Вот. В общем, этот канал зарабатывает сколько? Сейчас посмотрим. Сколько зарабатывает WWE на YouTube? Внимание. На сегодня 22 декабря 2020 года в среднем по YouTube с включенной монетизацией с даты создания канала WWE заработал бы. Вот это такие цифры. Вот такие цифры. В общем, миллионов. И внизу, я это не знаю, сколько, как это объяснить, или как это озвучивается, или как это говорится. А вот это знаю, да, они мне как бы более знакомы. Сумма 463 900 и так далее. И вот так копится, я не успеваю сзади там сколько сказать, сколько рублей сказать. WWE зарабатывает на YouTube. Внимание, в секунде, 7365 рублей в секунду. А в день, внимание, в день, какие-то дьявольские цифры. 636 300. Вот столько, короче, зарабатываю. Рублей в день. Или в месяц. Вот такие восьмизначные. Чё? Эй. 19 090 878 рублей. В месяц зарабатывает. Вы представляете это в месяц, сколько это вот такие деньги. Это вот. Так. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 11.05.2007 года. Посмотрим канал. Правильно ли говорит о канале? Дата регистрации 11 мая 2007 года. Просмотр в общем в этом канале. Вот так. Какие вот видяшки у этого канала есть. Я, конечно, вот в этих цифрах я не знаю. А, вот это, конечно, я знаю. Они мне более такие знакомые. Вот это. Кстати, тут есть такие комментарии, там такие обсуждения, так друг другу не чуть ли мат. Ну, матом, в общем, короче, или ты чё, я чё, ничего, вы чё. Ну, вот так, все в шоке. Так что, дорогие друзья, я не знаю, идите быть блогером или идите открыть YouTube канале канал да YouTube канал точнее не YouTube канале на YouTube открыт канал. Вы, я надеюсь, как бы этот видео вам понравился. Извиняюсь за такие акценты, или в общем у меня есть 50% скидка на русском языке. Так что спасибо за просмотр, ставьте лайк, поделитесь, подписывайтесь.
Подписывайтесь. 63 тысячи рублей в день. С вами был Лев Марадович. Пока.